16 ноября, мы сегодня в Бенихане, с нами Ферри, кузина Эда, Маечка довольная, счастливая, она. Вот у нее сегодня развлечение, погрызть чужую посуду, правильно, еще побить. Эд доволен, потому что Ниси, да, он будет сейчас кушать и поправится. Потому что я сегодня сказала Эду, что у него еще щеки слишком худые, целовать некуда. Он решил немножко поправиться. Today I told Ed that he has a skinny cheek, but I have not nothing for kids. Nothing to keep. He wants to eat more. Yeah, I'm gonna have to eat like every 2 hours. I do every hour. This is a healthy way. You don't have to really.